Сегодня сенатор от Карачаева-Черкесия Крым Казаноков вместе с представителями регионального отделения партии «Единая Россия» провел мониторинг строящихся социально значимых объектов в Хабецком районе. Гости осмотрели современный дом культуры в ауле Бесленей. Подробнее в материале Алихана Лепшокова. Первым объектом, который посетил сенатор Крым Казаноков и единороссы, современная парковая зона отдыха в ауле Бесленей. Излюбленный уголок для проведения досуга. Гости оценили качество строительства нового объекта и также осмотрели место, отведенное под строительство спортивной зоны, где установят площадку с уличными тренажерами. Помимо этого, Крым Казаноков посетил строящийся современный дом культуры на 250 мест. О выполненных работах и о том, когда же храм искусства распахнет свои двери, рассказал министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агирбов. Практически готов к сдаче, уже идут мелкие отделочные работы. Мы надеемся, к концу этого месяца, если позволит ситуация с пандемией, официальное открытие провести, чтобы объект уже заработал. Приятно видеть, что внимание к развитию наших объектов в Карачаево-Черкесии пристальнейшее уделяют парламентарии как на уровне республики партии «Единая Россия», так и сегодняшний важный визит нашего сенатора от Карачаева-Черкесии. И это говорит о том, что развитие наших объектов будет продолжаться. Присутствующие дали высокую оценку строящемуся объекту. Сенатор Крым Казаноков отметил, что украшением культурного объекта являются профессиональные кадры. Их необходимо воспитывать с юного возраста и оказывать поддержку. В свою очередь Крым Казаноков заверил, что будет активно сотрудничать с Министерством культуры, оказывать поддержку в подготовке молодых специалистов. Мы надеемся на поддержку сенатора, которая сегодня была озвучена, в сторону направления наших деятелей культуры, молодых студентов, школьников, будущих выпускников, которые по целевым местам, по договоренностям, по поддержке от наших сенаторов будут в федеральные вузы культурные отправляться для того, чтобы получать лучшее образование в стране и, возвращаясь сюда, уже поднимать культуру и республику на местах, в таких домах культуры. Жители аула Бесленей уверены, что проведение таких мониторингов позволит выявить важные вопросы благоустройства населенного пункта. Конечно, народ придет, будет, мы собираемся и концерты посмотреть, вот как министр сказал, будет и филармония активное участие принимать. Люди будут, они всегда культуры ценятся, все хорошее хотят они. И поэтому надеемся, что вот эта пустовать, она, конечно, однозначно это не будет. У нас и администрация вот Дома культуры, вот, это очень активная, молодая, горят энергией, будет. Люди есть, поющие, танцующие. Алихан Лепшоков, Рашид Токов, Вести Карачаева-Черкесия, Хабецкий район.